Жилой фонд «Химок», а это более 1440 домов, активно готовят к следующему отопительному сезону. В работе задействованы специалисты всех ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний округа. Важно вовремя привести в порядок все тепловые пункты и инженерные коммуникации. На время работ в домах отключают горячее водоснабжение. Подготовлены к новому сезону отопительному более 200 домов. Проезжая компания готовит паспорта, готовность домов сдают нам управление ЖКХ, после чего мы выходим непосредственно уже на место совместно с коллегами, совместно с главным управлением содержания территории, совместно с председателем совета домов. Осматриваем, убеждаемся в том, что дом готов, оценим его по техническим характеристикам. Подготовка к отопительному сезону на личном контроле у главы «Химок» Дмитрия Волошина. В Левобережном микрорайоне на улице Совхозной все работы уже на финишной прямой. Манометры заменили, да, на них стоят печати. Я вижу, да, они поверка, поверенные. Поверенные, да, поверенные полностью готовы к эксплуатации. Многоквартирные дома «Химок» обслуживает около 50 управляющих компаний. Подготовка к отопительному сезону идет согласно графику. Коммунальщики готовят теплосети, меняют и ремонтируют оборудование. В этом году у нас тройной контроль со стороны администрации. Напомню вам, что в «Химках» 1500 многоквартирных домов, из которых более 1000 – это старый фонд, нуждающийся в дополнительном внимании, отдельном финансировании, совместно с фондом капитального ремонта, при помощи и поддержке нашего правительства Московской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, мы ведем эту работу ежедневно. После проверки теплосетей Дмитрий Волошин вместе с жителями осмотрел двор и детскую площадку. Получается, с этой стороны есть площадка, с той стороны есть площадка. А так как очень много к нам приходит детей, наверное, было бы в целом неплохо, если бы вот эту середину облагородили, но и сохранили архитектурный стиль двора. Жители попросили установить во дворе песочницу, обновить газон и резиновое покрытие. Все просьбы были услышаны. По песочнице в пятницу будет заседание у главы города, как я услышала. В субботу должны нам прислать человека, у которого это в ведомстве. У меня двое детей, и младшему как раз 7 лет. И он, несмотря на то, что уже довольно-таки быстрый и резвый, иногда любит играть в песочнице. Игровая площадка выполнена в едином эко-стиле. В ближайшее время здесь появится и новая деревянная песочница. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.